всем привет. Ой, так, у нас сегодня понедельник. Не знаю, с какой задержкой выйдет ролик. В общем, с интернетом у нас не очень интересно. Мы ходили с детьми на прием, выписались. Завтра на один день пойдем в школу. Так, Снежок, аккуратно, иди по травке. Василису я с собой не взяла. У меня только Егор и Снежка. Вот. Потому что очень скользко. Снеж, дай мне руку. Пожалуйста. Давай. Егор, иди вот здесь, вот по краю. Сейчас мы выйдем тут, где не скользко. Проговорю то, что хотела сказать, и пойдем дальше. Потому что детей без руки вести невозможно. Мы хоть и одели сегодня эти дудочки, но все равно в них скользко. В новых еще, кстати, хуже. Ой. Так, ладно. Егор, иди сюда давай, чтобы не на дороге. Вот здесь постой немножечко. В общем, мы водили Егора на прием к неврологу. Нам сделали назначение. Сейчас я детей отведу, а потом мы, наверное, уже вечером съездим, выкупим препарат, потому что их нужно по рецепту выкупать. Просто так Сергей Витальевич не продадут их. Мам, а ты позвонишь? Позвоню обязательно. Егор мне не дает вообще ничего делать. У него же день рождения было, и он как раз болел. Ему нужно угостить ребяток в классе. В общем, угощать он их будет завтра. Завтра у них последнее занятие. А Снежа будет угощать деток в классе в среду. Нам праздничке. Да, у них там елочка будет. У Снежи день рождения 26 декабря. В общем, вот они у нас. У них ровно год разницы между Егором и Снежкой. Ровно год. Оба декабрьские. Что хочу сказать. Улицы у нас пустынные. Обычно пожилые люди куда-то что-то ходят. Но сегодня убийство на дороге. Вот такой вот лед. Он практически везде. Поверх него лужи. Вот. Егор, не надо. Сейчас упадешь и пойдешь мокрый. В общем, я их еле доперла. Я уже сказала, что Васю не взяла, так как у меня только две руки. Почему мы не на автобусе? Потому что нам до автобуса почти такая же дорога, как до больницы. Одинаково. А на машине папа у нас уехал на работу. Я еще включу, покажу гладкую, как зеркало, дорожку дальше. Сейчас тут асфальт, а вот дальше там будет тоже. Вот. А потом еще вечером у нас поснимаем. Куда пошли-то? В общем, вот так обещала дорогу нашу показать. Сейчас, чтобы тут никто в кадр не попал. Как у меня муж говорит, блестит, как у кота яйца. Вот так. Ну что? Ну что, дети, давайте каждый один в правую руку, другой в левую руку. Поплыли. Чего ругаться перестали? А? Мама камеру включила. В общем, нас все лад не берет. Давайте, говорю, достаем таблетки с холодильника. Разругались. Чья очередь? Хорошо. Каждый свою выковыривает таблетку. Доставай. В общем, обедать садимся. Сейчас я свою порцию достану. Погрелась уже. О, я сама достану. Что? Наверху другая просто банка. Вот смотрите. Вот их лад вообще не берет. Да что это такое-то, а? Вот так дружные вы у меня, ребятки. Вот такой. В общем, выписали нас в больничном. Я уже говорила дорогой. Еле мы доплелись домой. Я не знаю, каким чудом я еще полы помыла на кухне. Но, короче, я домой пришла. У меня язык на плече был. Я их тащила в этот гололед. Что? Я под жир сейчас поставлю отдельную тарелку. Сейчас поставлю. Папа нам щи варил, когда я работала. В общем, жир он не убирает с мяса, поэтому на мясе остается. А дети его не едят. Сейчас тарелку дам пустую. Сейчас взяла вот эти семечки. Вась, зачем ты их взяла? Семечки после того, как вы скушаете все. Семечки чищенные я им покупаю. Чтобы кожурками не плевались. Но семечки они любят. Можно? Все, давайте, приятного аппетита. Не знаю, что тут видно будет. В общем, мы привезли детей в секцию.
сейчас поедем в магазин за продуктами. Я уже говорила, что мы вперед не закупаемся. Мы подкупаем где-то раза два или три в неделю. Так вот побольше пакет берем. И иногда еще каждый день что-то да закончится, подкупаем. Вот. А так, чтобы вперед, нет. Такого у нас нет. Не практикуем мы это. А сегодня у нас понедельник. И у нас в городе обсуждают новость такую. В общем, я не люблю английское слово, вот это лайфхак. В общем, полезный совет тем, кто не хочет попасть под сокращение. В общем, у нас, я не буду говорить должность, просто скажу, что представитель администрации нашего города, чтобы не попасть под сокращение, ушел в декретный отпуск со своим то ли внуком, то ли внучкой. Вот. Оказывается, такое возможно. То есть он не бабушка, он дедушка. И он ушел в декретный отпуск, дабы не попасть под сокращение. А ему бы надо было попасть под это сокращение, потому что очень такая личность неординарная. Засветился даже в баре. Засняли его там на видео. И это видео выложили в местные социальные сети. В общем, ну, такие люди не стесняются. У них все естественно, а все, что естественно, то не безобразно. Так, что мне еще хотелось сказать? Пока детей нет. Мы сейчас поедем, купим Егору сладости для того, чтобы он завтра угостил деток в классе. И, наверное, еще и Снежане. Или Снежане мы потом купим. Потому что Снежана на елку принесет сладко, Сереж. В общем, мы поехали в магазин. Сейчас мы вот этого зайца подберем. Без билетника. Леру. Какая школа. Не знаю, что в темноте тут снимаю. Зря, наверное, я снимаю в темноте. В общем, мы что еще не сказали? Мы когда поехали в детисекцию, повезли. Ливень был такой. В буквальном смысле слова ливень. Еще и порывы ветра. Егор у нас выскочил на крыльцо. Ой, там ураган, нас унесет. Вот такой у нас декабрь. Лер, привет. Открывай дверь-то, Лер. Привет. Привет.